Ребята, всем привет! Представляем котел длительного горения 30 кВт. Отапливаемая площадь от 250 до 350 квадратных метров. Объем загрузочной камеры 270 литров. Пятиступенчатый теплообменник. 5 колодцев получается, что позволяет хорошо снимать тепло. Выход дымовой трубы 159, также к нему идет блок управления и вентилятор польского производства. Котлы называются у нас Слав котел. Удобные дверки, удобные ручки, удобные навесы. То есть регулировка навесов идет. Навесы здесь мощные. Отрегулируем. Даже дверка не болтается. Дверки у нас все разборные идут. То есть состоит из двух отбойников. То есть отбойник у нас, допустим, один вставляется сюда, отражатель, допустим, тот же самый отбойник, если тот сгорел, то есть этот еще подюжит. То есть второй отбойник идет, он разбирается, на двух болтах держится, то есть гаечки откручиваем, снимаем, можно будет заменить. По всему периметру вокруг дверки идет стекловолокно, шнур. С этой стороны у нас ответочка получается, ручки крючка. Все регулируется. То есть ответка здесь заводская стоит. Форсунок достаточно, чтобы продуть плохой уголь. Горит на любом угле. Колосники у нас. Колосники у нас водозаполненные. Воздушные карманы идут по обе стороны и с этой стороны. На нижней дверке также ставится отбойник уже десятка, так как здесь жара у нас больше. То есть вот так вот. Вот такой вот котел. Мы рекомендуем ставить расширитель открытого типа. То есть на котле сразу будет. То есть закрытого типа запрещено. Только на открытую систему отопления. Это был видеообзор котла длительного горения 30 кВт. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем всего доброго. Спасибо за просмотр.